На конкурс дети читают стихи. Слышкина Наталья, 16 лет, город Орехово-Зуево. Иосиф Уткин. Я видел сам. Я видел сам. Но нет, не верю. Не верю собственным глазам, чтоб то, что я увидел сам, свершили люди, а не звери. Не верю. Нет. Но тише, тише. Я видел сам. Я видел их. Невинных, мертвых и нагих, штыками проткнутых детишек. И как слепой руками шаря, не веря собственным глазам, их матерей в костре пожара. Товарищи, я видел сам. Тяжелый сон? Да нет, едва ли приснятся нам такие сны. Пилотки, сняв, потрясены, безмолвно мы вокруг стояли. Стояли мы, застыв на месте, и как взлетали к небесам слова о беспощадной мести. Товарищи, я слышал сам.